В новом выпуске на моем канале посвящен он, как вы уже видели, блогеру Диане и ее друзьям в кавычках. Путешествия по методам, ловкам и трюкам, к которым прибегают недобросовестные блогеры. А ваша реакция будет лучшей оценкой этому выпуску. Личное дело Рустама Колганова-Солнцева. Истинный словоблуд. Из выпусков я услышал о блогере, который сидит в эфире с бокалом вина и под конец уже несет пьяную дичь. Мне стало любопытно. Как хочется сказать, ребята, всей этой педерсии, идите вы. Погуглив, я нашел канал Диана Сплетни Лайф. Диана Сплетни Лайф. Вот, но я всегда в прогрессе, я всегда бегом бегу впереди паровоза. На да, ютубе. Есть... Ян, я здесь королева, я здесь власть, я здесь главная, а ты, Яна, никто. Но после того, как она вела с подружкой Катей, запомните это имя, веб-сайт УГО, видит все, но им был предпринят маневр в предшествии своей эмиграции. Давайте, у нас сегодня как бы пробный такой эфир, потому что в любом случае в воскресенье вечером... Но вернемся к нашей героине. Услышав просьбу в эфире, а после того, как оказывается, Катя сделала свой телеграм-канал за спиной у Бзи. Где же ваша честность, друг мой? А? Где она? Свою нечестность вывернуть честностью. Как бы это оправдать? Себя и свои действия. Разве я не прав? И группу. Я сам изучал все способы защиты и так далее. Эта новость взбодрила меня. Я даже справки навел. Как такое может быть? И вымогать, назначать выкуп, пролетело в следующих эфирах на ютубе. И снова я связался с мадам. Извещал мадам о каждом этапе наших переговоров, а она продолжала клепать свои эфиры, обвиняла там с руля, приводила какие-то примеры с некоторыми участниками из Германии, там, из Америки и из Израиля, которые делали основной контент этих эфиров, историю себе. Но в момент, когда мы обратили внимание, в момент, когда нужно было сдавать налоговые декларации в Америке, и, скажем так, благодаря телеграм-каналу одного подмосковного блогера, который делает вырезки из эфиров, тоже прокатит. И, несомненно, полагаю, что тот человек сливал схемы привлечения и накрутки Царяна и Мадамы в телеграм-канале «Тема Алла Пугачева». Я не выдержал, сделал записи. Но мы должны внимательно рассматривать. Я здесь королева, я здесь власть, я здесь главная, а ты, Яна, никто. И еще канал «Живой гвоздь», такой ли ягоды. Вот и делайте выводы при такой бешеной популярности на другие телеграм-каналы. Ну, а если я ошибаюсь, то подскажите мне в комментариях. На этом, дорогие друзья.